Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчо. Проходим мод снайпер. Сейчас мы с вами отправимся в никуда. Пойдемте уничтожать группу снорков. Также прошу вас, если вы хотите, то кликайте на рекламу, находится сбоку или справа. Все. Так. А, где у нас находятся снорки? Давайте посмотрим. Вот так и не посмотрел. Главный мод может вылетать, и это очень печально. И сразу вам предупреждаю. Этого мода части будут минут по 15-10. Сразу знайте. Потому что сейчас у меня нет времени, а записать не нужно еще. Я вам сейчас скажу. Восемнадцать частей, ребят. Вы представляете? Не это именно, не именно этого мода. Просто 18 частей мне еще всего записать нужно. Все отрендерить, потом все выложить. Вы представляете, что это значит? Это значит, что я весь день буду сегодня записывать. В общем, поэтому на эту часть, на это прохождение, то есть у меня будет по 15, по 10 минут. Да, я точно, ребята. Видите, какой я точно? Снайперка, типа, от воды обтекаемая. Ну да. Ребят, маленькое объявление. Этот мод снайпер очень часто начал вылетать, и теперь мне трудно дойти до той же, до того же места. Я сейчас 4 раза перезаписывал. Вы видите, только 4-й раз. И поэтому, пока я приостановлю это прохождение, пока не найду фиксов, я не могу играть в этот мод, потому что он вылетает постоянно. И мне... сразу меняется желание, мне сразу не хочется записывать, потому что он вылетает абсолютно всегда, абсолютно везде. Это уже не какая-то не оптимизация, вообще бредятина просто ебанутая. Так что, ребята, извините, этого мода пока не будет. Он заебал меня, потому что он вылетает. Если это все изменится, то, конечно же, я его продолжу, а так вполне, пока будут, не знаю, по 3 видео, может быть, я думаю, эти... натуральная зима, смерть вопреки, и тоже скоро закончится. Может быть, Genius Антон, или как там называется. Короче, аддон этот будет скоро, наверное. Также метро, я думаю. Но метро у меня тоже косяки есть. Ну, в общем, ребят, пока этого не будет прохождения, вы, если хотите поддержать, пишите, что как сделать, допустим, что я делаю не так и так далее. Сразу скажу вам свои характеристики компа, чтобы мне никто не говорил, что у тебя комп не поддерживает этот мод. 24 гига оперативы. Потом видак на 2 гига, прос говно, вот на прос я сейчас коплю. Если вы хотите помочь, то просто кликайте на рекламу. Я вас не заставляю, я вам просто говорю. Так что вот, всем пока, спасибо за внимание. Вот такая вот маленькая часть. Пока-пока.